Сейчас с нами в эфире, к нам в эфире присоединяется геостратег Андрей Школьников. Здравствуйте, Андрей. День добрый. С ним мы поговорим о идеальной системе выборов, которую хочет предложить, в принципе, Андрей. Но я так думаю, что есть о чем поспорить, есть о чем поговорить. К эфиру мы готовились, и было очень много интересных замечаний друг другу. Поэтому давайте присоединяйтесь, и давайте мы с вами вместе подумаем и поспорим о том, что такое идеальные выборы в демократической стране. Андрей, скажите, пожалуйста, какие есть сложности, какие есть проблемы в выборном законодательстве нынешней России? Я бы все-таки предпочел немножечко акценты сместить. То есть поговорить не о том, как вот чуть-чуть улучшить то, что есть сейчас, а посмотреть на концептуальные противоречия, концептуальные проблемы, которые было бы интересно изменить. Давайте. То есть не в том, что в горизонте там год, два, полтора, а именно в горизонте ближайших лет десяти. То есть очень-очень много вещей, которые кажутся нам само собой понятными. Ну, в частности, например, один человек, один голос. Каждый человек голос равен. Ну, откуда это пошло, мы все прекрасно знаем. Собственно говоря, это эпоха Вольтера, это декларация о независимости Соединенных Штатов, что каждый равен. Ну, понятное дело, что равенство у них подразумевается не как сейчас один человек, один голос, а все-таки там были и свободные, и рабы, и не совсем равны, но все равно эта декларация пришла. И поэтому так получилось, что система выборов, когда идет прямое голосование, и когда каждый человек обладает правом голоса, она стала доминирующей в мире. Она навязывается всем, и в итоге мы получаем смешные вещи, как проходит, например, выборная кампания, ну, в кавычках, и выборная кампания в Афганистане, и после этого президент Соединенных Штатов рассказывает, что афганский, иранский опыт демократии является примером для России. Это говорит президент Соединенных Штатов. Это было такое, да, это было у нас такое, это, по-моему, еще... Это и Джордж Буш младший такие вещи допускал говорить, и потом, соответственно, и при Обаме такие вещи звучали. Ну, как бы, вещь концептуальная, да. Чем он мотивировал? А он не мотивировал. Есть такая вещь, как вопросы веры. Вот вопросы веры, вопросы идеологии говорят, что должно быть так. И оно навязывалось всему миру. У нас были разговоры, передачи по поводу того, что, собственно говоря, вот эта вот иллюзия, что реально голос на что-то влияет, что в обществах разного уровня абсолютно по-другому система выстраивается. То есть общество консервативное, есть общество либеральное. Есть общество, соответственно, с правой, есть левой. И для каждого квадрата своя система выборов. Если, условно, например, мы идем по либеральному обществу, где частное превыше общественного, это один расклад. Тогда да, формально мы должны говорить, что каждый человек должен иметь правом голоса. Угу. Так, стоп. Правый, левый. Так, сейчас. Они все левые, но иногда даже правые. Сейчас, давайте начертим. То я сбился немножко. Хорошо, смотрите, в либеральном обществе мы понимаем, что общественное, ну, в принципе, в идее либерального общества, что общественное не может превалировать над частным, поскольку моя личность, она важнее всего. И то, что я хочу, должно быть сделано. Но если, также недалеко до фашизма, если я ненавижу и так далее. Вернемся к тому, что я начал. Правый-левый. Смысл в чем? Правый говорит, что индивидуальные права, индивидуальная собственность превыше общественной. Индивидуальные интересы превыше общественных. Ну, это смотря в какой системе. В любой системе. Ну, в любой системе так и получается. И для правой системы характерна такая вещь, как аристократия. То есть права есть, но права не ли у всех. Да, согласен. В системе левой права у всех. Дальше мы идем. Если мы берем либеральную и консервативную систему, то в правой консервативной, ну то есть правые консерваторы, это аристократия и власть дана от Бога. Угу. То есть само понятие выборов, ну какие выборы? Вот мандат неба дан, право по рождению дано, вот человек и есть. Никаких выборов не нужно. Если мы посмотрим правую и либеральную систему, там как? Там есть ограниченное количество людей, которые выбирают между собой. Что фактически происходит, например, на Западе, в тех же Соединенных Штатах, где все президенты друг другу родственники, по-моему, за исключением одного. Трампа, вы о нем? Нет. Там они все группы, семей, кланы и из их состава выбираются. К
Как бы мы ни говорили, что бы мы ни говорили, но это вот так происходит. Ну, я бы пока не согласился с этим исследованием юной девушки. Да, это... Все остальное это мистерия. Вот все остальные вот голосования, рассказы. Это такой же примерно символизм, как вот у нас в советские времена были. Приходили и бросали бюллетень с одним, с одной фамилией. Это были выборы? Нет. Реальные выборы происходили до этого. Реальные выборы происходили, когда на уровне согласования, обсуждения в коллективах, обсуждения на всевозможных партийных собраниях, это все производилось. Ну так и было понятно. И был выбор одного человека, да, в рамках данной системы, а это уже был ритуал. Вот сейчас ритуал... Но группа подтверждала, что именно нет, этого человека... Нет, не было подтверждения. То есть любое количество? Ритуал. Это был ритуал. Вот как сейчас ритуал вручения удостоверения. А вот тогда был ритуал, все должны прийти и бросить бумажку. А реальные выборы были до этого. Ну так это логично. Если мы говорим о советской системе, то там система советов, некий коллектив выдвигал своего депутата. То есть человека, которому он направляет на выполнение донесения. Вот реальные выборы да, происходили до. Да. Это нормально. И вот это вот кидание бумажки, говорят, в Советском Союзе выборов не было. Были выборы, только они были не вот так вот не расписаны, не публичные. Да. Они были по своим законам, своим правилам, и это было. И это, в принципе, было характерно для левоконсервативного общества. Для леволиберального общества другая логика. Там выбирают все, но голос каждого не равен. Нет равенства голосов. Это как в Соединенных Штатах Америки, грубо говоря. Нет. Если там смотреть формально, по массе, по штатам. Там небольшое изменение. А тут начинается вопрос, почему голос человека, например, который отслужил родине, отдал, там, служил в армии, должен быть равен голосу человека, который откосил от армии, не пошел. Человеку, который посвящает свои дела, свою жизнь, энергию, силы, ресурсы на то, чтобы доставить благо обществу, голосу человека, который этим не занимается. Ну, опять вот же, такие вопросы. Хорошо, давайте разбираться, что такое государство и для чего оно создано в таком случае, в этом обществе. Если государство имеет, как вы говорите, тенденцию того, что вся власть от Бога, то в таком случае... Это не этот вариант. Это право консервативный. Нет, я просто говорю, для чего существует государство. Ведь система выборов, вы хотите сказать, влияет на ту концептуальную составляющую власти? Ни на чего она не влияет. Ни на чего не влияет. Вот, тогда существующая продолжаем. Система выборов, вот, которая у нас сейчас есть, она реально не влияет практически нигде. Она делает картинку. Это вот некая мистерия. Оно делается так, как есть. То есть, по вашему мнению, где-то уже происходит выбор? Ну, смотрите, например, если у нас есть та же самая американская система, где есть двухпартийная система, где, чтобы кандидат дошел, он должен пройти сито внутрипартийное, пройти праймарис, пройти через... Что, как это происходит, мы смотрели на примере Сандерса последние два цикла. Просто вот, как его отбрасывает, как его не пускают. А сколько людей просто даже не допустили до праймарис, обрезали, не дали финансирование, сделали так, чтобы они не могли претендовать. Это создается иллюзия, что любой человек может претендовать. Нет, ничего подобного. Фильтры бывают разные. Бывает где-то по происхождению фильтры стоят, где-то вот через партийные принадлежности. И система такова строится, что вот то, что нам реально рассказывают про демократию, про один голос, один человек, каждый голос имеет значение, в реальности, когда мы начинаем смотреть, получается по-другому. Те же, например, вот система Совета, вся власть Советом. Мы забыли уже это. Но это были органы, которые осуществляли власть. То есть мы выбираем Советы, и дальше Советы принимают решения. То есть это была многоступенчатая система. И прелесть этой системы была в том, что интересы меньшинства всегда терялись. Ну, то есть мы выбираем Совет, и дальше Совет, например, выбирает следующую... Ну, логично, уровень. Общество это другое, да. То есть фактически у нас не было так, чтобы внутрь Совета мог 1-2 там попасть человека, представители меньшинств, где-то вот локально собранные. Но в общий уже уровень государственный они уже не пробивались. И поэтому в такой системе, в системе Советов, государство всегда отражает интересы общества. В целом, большинства. Доминирующие интересы. Да, потому что в Советах как раз первичная ячейка являлась доминирующей, главенствующей. Вот давайте поговорим, да, вот от текущего, да, уйдем. Что можно было бы сделать, чтобы нас, ну понятно, у нас там день тишины, голосование сейчас идет, ничего нельзя говорить, названий мы их не произносим. Мы давайте поговорим о том, как бы можно было бы сделать выборы лет через 10. Давайте. Как эту систему построить? Первое, с чего мы начинаем, мы понимаем, что у нас техника меняется, технологии меняются, и сам подход, как вот мы начали, один человек, один голос, он уже не является априори ну, заданным нам на уровне аксиом, на уровне неопределяемых понятий, он есть. Вот он вот сказано, вот они еще понимают, а почему?
И давайте посмотрим, а логично это или нет. Вот на мой взгляд, нелогично. Тот человек, который больше делает на благо общества, должен больше влиять на этот выбор, больше влиять на это значение. Условно. Да, все люди равны изначально. Все созданы по образу и подобию Божьему. Хорошо. Но каждый сам наделен свободой воли и сам выбирает, он идет по пути, который работает на общество или нет. Что это значит? А это значит, что изначально у каждого человека голос ноль, а дальше по мере развития, по мере судьбы, у него происходит увеличение веса его голоса. Не социальный рейтинг, в том смысле, что вот за каждый отчитывает сюда-сюда, а очень четкие критерии. Ну, условно говоря, человек бы пошел в армию по призыву, отслужил. 10 баллов. Это можно баллы. Допустим, можно давайте. Да. Какой-то 10 баллов. Из 100. 10 да, баллов. Да, у нас 10 критериев, почетный чтобы донор. Набрать. Сдавал кровь донор. Еще 10, допустим. Занимался какими-то общественными задачами, еще голос. И так далее. И вот так начинается. То есть, там, воспитал детей, никаких нареканий по воспитанию нету. Ну, условно, не отобранные дети. То есть, как бы, все в рамках нормы происходит. И вот так вот человек потихонечку поднимается. Получил ученую степень, то же самое значение. То есть то, что сейчас, например, при попытке, там, при желании эмигрировать там, в Канаду или еще в какие-то страны, там создается бальная система. Вот наподобие такой вот простой бальной системы, четкой, понятной, прозрачной, это можно сделать. Можно сделать. Текущие можно, технологии, но... мы понимаем, что это не на уровне вот сейчас прийти, и тебе начинают бумажки отдавать. Вот тебе 5 бюллетеней, пожалуйста, такие. Нет, это все делается уже только в рамках электронного голосования. Но вы считаете это правильно вообще? Лет через 10, когда эта технология станет понятной, станет более-менее прозрачной. Нет, мы говорим о мире, где мы хотим в этом мире, чтобы у нас появились блокчейны, цифровые деньги. То есть мы хотим так, чтобы вот деньги полностью стали цифровыми, и мы не готовы перейти к миру, где голосование будет цифровое. Нет, пускай голосование цифровое, зачем придавать усиление голосу? Вот у меня есть голос, у вас есть голос, но вот мы вдвоем, что сейчас происходит? Два голоса. Вот сейчас мы смотрим, у нас сейчас политическая система фактически во что превратилась? Цирк. Шоу-бизнес. Назовем мягко. Да, да. Вы называли мягко, да, а я назвал цирк. Да. Уехал, клоун остался. То есть то, как это происходит, то, во что это превращается... Посмотрим, как это у нас система более-менее успокоена, то есть, ну, мы помним, все равно как-то в 90-х проходило, но то, что сейчас делается в Соединенных Штатах, это страх и ужас. До чего это доходит? Так, ну... Соответственно, люди, которые больше работают, больше внимания уделяют развитию общества, которые работают на его будущее, на его создание, почему они должны иметь, ну, как бы не иметь больше голосов? Но это же не либерально. Абсолютно не либерально. А мы о чем говорим? Мы говорим о том, что наше будущее будет левоконсервативным. Угу. То есть вы хотите сказать, что очень хорошо, когда выработается справедливая, скажем так, система, когда человек каждый выделит в зависимости от своего вклада в общество, получит больше прав при голосовании, тем самым увеличит вес своего голоса и тем самым сможет выбирать того депутата, который... как стоп. Вот до выборов депутатов. А мы еще не добрались. Ну, выбора кого еще? Следующий момент, который у нас есть, это у нас есть такой момент, давайте как... Все ли вопросы нужно отдавать на откуп голосованию депутатов? Подождите, подождите. Вот у нас есть разные голоса, да, то есть разного веса голоса. Давайте разберемся, ну, для того, чтобы зрителю было понятно. У нас есть разного веса голоса. Эти голоса, я к тому веду, а не будут ли данные, в кавычках, депутаты, в кавычках, потому что мы не знаем, как это может быть называться лет через 10, бороться за лучших граждан нашего общества, а граждане общества начнут за счет различных манипуляций намеренно подкупать себе что-то для того, чтобы увеличить свой голос, потому что получать будут больше благ от этих депутатов. Хлеба и зрелищ. Друзья, а что сейчас происходит? Сейчас просто танцы. Нет, а сейчас у нас, ну, замечательно. У нас и сейчас бывает обман. У нас сейчас бывает подкуп, а так будет еще обман и подкуп. Ну, вот как это избежать? Будет. То есть, да, и перейдем к депутатам. Человек не идеален.
Мы сейчас пока идем только по тем ошибкам, тем противоречиям, которые можно было бы изменить. Угу. Вот первое, что вес голоса. Второй момент. Доверие один человек, один кандидат. Не условно понял. Говоря. Ну вот я вот выбираю Васю. С Васей я согласен по 80% повестки. С условным Петей, который заявляет Вася, естественно. Да, который вот он есть, я понимаю, что вот с Петей я согласен по 40%. Угу. Я убираю Васю, но эти 20% остаются. И получается, что я выбираю человека, который не в полной мере отвечает моим интересам. Да. Не в полной мере отвечает тому, что я хочу. Ну, таких много, это почти это все, всегда. Это всегда, это всегда, да. Найти человека, который хотя бы на 90% будет удовлетворять вашим взглядам. Есть такая вещь, что, например, вот в Соединенных Штатах Верховный суд, там 9 судей, по-моему, 9 судей, да. И есть моменты, то есть вопросы четкие такие вот, которые поляризуют американское общество, по которым они распадаются. Да, там сейчас получается ситуация, что 6 консерваторов, ну 6 республиканцев и 3 демократа. Но по каким-то вопросам они голосуют, соответственно, 6 к 3, по каким-то вопросам 5 к 4 и так далее. То есть есть там, например, судья, который по одним вопросам по большей части как консерватор, по другим вопросам как либерал чуть-чуть. И такие вот перепады бывают, изменения. И они это четко отслеживают, какие вопросы, то есть там условно, например, вопрос абортов неоднозначно, еще ряд вопросов, то есть которые вот именно как флажки отображают мнение. Да, теперь хочется заметить, что эти судьи выбираются один раз и пожизненно. Да, конечно, пока не умрут. То есть, да, вот да, пока не да, умрут. Да, и, да. И здесь вот мысли такие. То есть воздействовать... На самом деле Соединенные Штаты не суперпрезидентская республика, а суперсудебная республика. Потому что решение Верховного суда, оно не меняется, не оспаривается никак. То есть это вот очень жестко. То есть об этом, как правило, умалчивают, не говорят. Просто суда не доходит вопрос. Но если вопрос зашел до суда... Ну, условный вопрос импичмента, он должен был бы уйти вон туда, вот в суд, и что? И ничего. То есть мы понимаем, что соотношение сил там такое же, как в свое время, когда Джордж Буш-младший выиграл на выборах у Альберта Гора, да, ситуация была следующая. Пересчитывали, и в какой-то момент Верховный суд принял решение о прекращении пересчета. Просто вот, да, в нарушение всех законов, постановлений. И ткнул пальцем, кто будет президент, да. Да, и соотношение судей было 5 республиканцев, 4 демократа. И проголосовали они в полном соответствии с партийной принадлежностью. Ну, я хочу сказать, что вторые выборы на второй срок-то Буш выиграл, немножко отвлекаясь. Он же выиграл их. А никто не спорит, что я не говорю плохо, хорошо. Я просто говорю, да, что сама ситуация, что мы не забывали про такую систему. Система решили, да, выборы президента, да, первого срока Джорджа Буша выиграл не американский народ, а судьи Верховного суда. Условно. Если, например, я говорю, что я хочу, чтобы мои интересы были отображены так, как я хочу, у меня возникает такое желание. Например, по вопросам, связанным с обороной, я вот доверяю вот такому-то человеку. По вопросам, связанным с семьей, браком, социальным вопросам, такому человеку. По еще каким-то вопросам, третьему, там, вопросам культуры, четвертому. Угу. Возникает вопрос, а почему я должен отдавать один голос за одного кандидата, а не могу, например, разделить голоса, ну, свой голос, в зависимости от вопроса, обсуждаемого вопроса. Обсуждаемого это интересная, интересная мысль, да, очень. Нам это не... В предыдущей системе и в существующей это невозможно. В системе электронной почему нет? Я просто расставляю в зависимости от лидера мнений и ставлю, что вот этот вопрос уходит сюда, этот сюда. То есть, если мы хотим, допустим, по той электронной системе, мы получаем, допустим, из условных 9 кандидатов, которые предлагаются, мы говорим о том, что кандидат номер один получает от меня, там, допустим, 60% голосов. Не 60. Нет? Он от моих, меня, от нет, моего голоса. Нет. Вы опять пытаетесь суммировать. Он получает в части вопросов, связанных с социальной повесткой, от меня вот весь мой голос. Хорошо. А но в части вопросов, связанных с обороной, в части вопросов, связанных с культурой. Он получает части, нет. Он и нет у моего носа. Прекрасно. Тогда какие кандидаты проходят? А вот тут хитрый момент. Очень. А теперь вопрос. А какие вопросы мы отдаем на откуп депутатам? Ну, они должны, как законодательная власть, формировать законодательство моей страны и указывать исполнительной власти, как это законодательство исполнять. Это сейчас. Да. А мы переходим к такой вещи, которой в России практически нет. Это называется референдум. Что, каждый раз? По большим, значимым, меняющим жизнь страны, меняющим правила страны вопросам, нам никто не мешает проводить электронный референдум хоть раз в неделю. И в рамках этого референдума что происходит?
я могу или сам голосовать, или я могу делегировать свой голос конкретным лидерам общественного мнения. Условно. Очень я, например, знаю, что есть, ну, я, например, религиозный человек. И я знаю, что в вопросах, связанных с семьей и браком, я полностью стою на позициях там, русской церкви православной. И конкретно его представителя, батюшки Андроника, который занимается общественной деятельностью, я ставлю. Или наоборот, я исхожу из того, что лучше всего интересы в социальной сфере отражает активная многодетная мать с 5 детьми, которые знаем, что она хорошо занимается, она умная, образованная, не просто так вот родила, а именно занимается детьми, занимается общественной жизнью, и я ей доверяю свой голос в этом вопросе. При условии, что они согласятся исполнять представителей. Я могу им делегировать. Как лидеры общественных мнений. Это не депутаты, это просто лидеры общественных мнений, которым я передоверил, то есть я открываю свою электронную страничку. Угу. И у меня вот остается перечень ключевых вопросов, направлений. Я могу или сам у себя ставить голос, или просто поставить галочку, его делегировать вон там, конкретному человеку выбрать из списка. То есть у себя обязательно оставить. Я же все же нахожусь в рамках нынешней системы. Нет. Я говорю, уже 10 лет вперед. Все, уходим. Нет, но очень идем, тяжело идем, да, перейти. Идем. Значит, в рамках новой системы голос остается либо у меня, по моему желанию, я его доверяю. Если человек скурвился, в какой-то конкретной части я доверяю. Да. То есть, соответственно, если у меня в списке есть люди, и мы вот с вами общаясь, допустим, Андрей, видим, что вы захотели представлять голос, вы выдвигаетесь... Занимаюсь общественной деятельностью, я виден. Да. Выдвигаетесь, соответственно, как бы положенным правилам, вы появляетесь в моем списке, я говорю, о, да, Андрей Юрьевич Школьников, знакомый мне человек, я с ним согласен по вопросам геополитики и экономического развития будущего России, галочку решит вопрос за меня, я в этом ничего не понимаю. А так, социальная политика и благоустройство двора, значит, на чистых прудах, это я тут лучше бабы Вали знаю. Себе я оставляю. Фактически, да. Сергей Семенович, он галочку оставляет. Общественные деятели, которые из года в год занимаются одними и теми же вопросами. Их взгляды, представления, они известны всем. То есть приходят они профессионалы. Понятны. И они живут этим. Они собирают под себя голоса. И как только этот профессионал захотел взять немножечко денег и изменить позицию, это очень быстро. То есть он продаться может только один раз. Он репутацию годами... Если он продается, он ее полностью губит. Очень и поэтому, да, и у нас не получается, что мы выбрали депутатов, они с одними лозунгами приходят туда, а потом говорят, ой, вот нам тут дали закон, и мы вот не смогли не проголосовать. Хорошо, так получается. А как будет работать тогда, ну мы же не на 4 года, или на сколько будем избирать этих людей? А зачем тогда вообще нам проводить? Если мы говорим вот по таким... Зачем нам здание Государственной Думы? По каким-то вопросам вот глобальным, которые идут через Госдуму, через Госдуму, федеральные законы, конституционные законы. Через законодательную систему. Они могут проходить через такие системы голосования. Набор этих референдумов хоть каждую неделю. Есть активные люди, есть это все обсуждается, это все прозрачно, это понятно. И вот эту вот систему собрать, плюс у нас не 450 депутатов, а у нас энное количество лидеров общественного мнения по каждому направлению, и с которыми нужно координироваться, смотреть. Плюс всегда есть общественный контроль, потому что те, кто не добрал, те, которые претендуют, они всегда подсветят, что если кто-то начал голосовать и действовать в противовес своим убеждениям. Вот по вопросам. То есть возникает настоящая хорошая политическая конкуренция. Дико хорошая политическая. Очень, да. Веселая. Веселая, да. Плюс у нас вот эта вот процедура самораскручивания выборов и так далее, обещаний, невыполнения обещаний, да их нельзя было выполнить, да поверьте мне еще раз, и мы тебе поверили, а ты нас опять обманул, а мы за тебя голосовали. То есть это вот все куда-то исчезает. Хорошо, а теперь представим, что, допустим, по вопросам социальной политики мы все так сговорились, ну так случилось, может быть, не выбрали ни один из кандидатов, не набрал проходной балл. Так назовем, что он зачем будет. Зачем проходной балл? Я к чему? Мы не выбрали физического представителя от народа энного по вопросам социальной политики. Кто представляет? Что значит не выбрали? У нас у каждого есть голос. Если он не удоверен, этот, соответственно, голос остался у нас. А если он доверен?
Значит, ну вот один голос, то есть у вас есть голос и плюс еще мой голос. На общественных началах человек сидит и голосует. Значит, это общее выносится на общее голосование, и как проголосовали все дружно или не проголосовали, не пришли ваши проблемы, не участвуйте в общественной жизни. Ну а если мы уходим к тому, что вес голоса разный, то как раз те люди, которые будут участвовать, те, которые хотят заниматься, те, которые делают, они начинают подниматься по весу. Ты не хочешь, но у тебя и нет вариантов. Если ты не собираешься участвовать в жизни общества, зачем мы будем тебя заставлять? Если ты не хочешь, если ты не готов, если ты даже не удосужился тому, что хоть галочки поставить. Плюс это не все вопросы. Мы сейчас сказали только про вопросы, которые правила игры. Мы можем такое же голосование, например, вести для общего уровня управления государством на уровне верховного лидера, на уровне определения геополитики, дипломатии, военных вопросов. Ну, по вашей схеме, да. Но... Ничего подобного, даже близко нельзя. Если мы будем такую систему вносить, то у нас никаких непопулярных решений никогда приниматься не будет. Все равно нужно. То есть популизм на нижнем уровне, он контролируется напрямую в лоб по качеству, потому что популизничал. Популизм делается просто. Вот эти вопросы, которые я объяснил на уровне прямой демократии, должны решаться только на уровне, сейчас это называется конституционные и самые крупные федеральные законы, то есть определяющие правила игры в стране, и местный уровень, местное самоуправление. Там, где мы можем проголосовать по вопросу разбивать здесь сквер или сдвинуть сквер на 5 метров и сделать дорогу. Вот эти вопросы должны идти через полное прямое голосование. В зависимости от веса, значимости людей. Вот это так делается, вот к этой территории. Вот здесь возможна прямая демократия. Там, где мы идем на уровень административной власти, управленческой вертикали, там, будьте добры, конкретные люди, которые должны и могут это делать. Там, где нужно принимать непопулярные решения, голос не имеет веса, а голос равен голосу. Там остается система, где в рамках голоса мы просто выбираем конкретного человека. Голос, один человек, один голос, без всякого веса. Нет, почему? То же самое. Веса оставляем. Веса оставляем? Конечно. И мы выбираем руководителя, тут только вопрос возникает так. А выбираем ли мы его напрямую или через советы? Вот для России близко на самом деле система советов. Как бы это сейчас ни казалось удивительно. Вот вернуться к той системе. К чему это? Чтобы всевозможные проходимцы и прочие товарищи не проскакивали. Это же можно делать и по поводу администрации, по поводу, ну то есть вот там, где нужна личность, там, где нужна сила, там, где нужно принятие решений, там выборы должны оставаться, мы должны выбирать таких людей. Плюс есть категория людей, которые тоже должны выбираться напрямую людьми. Судьи, прокуроры и же с ними. Регионального уровня. Это все, это должны быть выборные должности. Угу. Люди должны доверять, люди должны их видеть. Но это должны быть юристы, я имею в виду. Конечно. Входной ценз, по принципу, называется, ты себя выставляешь, должен удовлетворять неким правилам. Причем правила должны звучать не как 15 лет в органах правопорядка. А как должно звучать? Ну, квалифицированные. То есть есть какие-то вещи, которые... Ну, мы можем написать так тендер составить, что выиграет конкретный человек. Ну, естественно. Другие, да. Нет, это как бы фиксируется, отсматривается, отлавливается. Не просто, но можно. То есть есть вещи, где, например, у судьи должно быть юридическое образование, да. Ну, судья должен быть до этого 20 лет работы в правоохранительных органах? Нет. Правильно. Потому что судья должен не выписывать конкретные замечания, вот конкретную вот казуистику, а он должен в целом понимать картину и принимать решения, исходя, понимать законы, знать, законно нет, общие представления, и понимать о том, что человек прав, не прав. Ну, у нас не английская система. Из моего опыта, да, лучшие судьи получаются из тех, кто не работал до этого в правоохранительных органах. Кто не снимал прокурорские и милицейские погоны. Да, потому что они, с одной стороны, не понимают, как работает правоохранительная система, с другой стороны, с ней не связаны дружескими и прочими и душевными связями. Да. А с третьих, они действительно принимают решения на основе законодательства и собственного понимания того, насколько та или иная сторона убедила его, судью, в том, что это лучшие судьи. Да? Механизм отзыва, А тут вы еще предлагаете непосредственно общественный контроль, когда судья понимает, что вот тут поднимется вопрос. Конечно, через какой-то время. Но это же тогда мы можем давить.
четвертая власть в виде СМИ может начать давить на судей, поднимая волну общественного негодования по нужным и интересным, выгодным СМИ темам. И получается, вес СМИ растет, и пропаганда, и агитация. Но это же плохо. А для этого мы прозрачно и четко показываем, что есть. Все дела, все разборки, будьте добры, в открытом виде. Ну вот, мы начинаем давить на судью. Так вот, сейчас у нас есть по арбитражам все вот это вот выглядит. Так оно у нас должно быть и по обычным судебным делам. Ну мы же понимаем, что на судью давить нельзя. На судью давить нельзя. Ну а тут судья находится под давлением того, что если он сейчас не расстреляет Ефремова, завтра его самого расстреляют. Всегда есть механизмы, какие бы суды ни были, мы всегда можем даже в нашей текущей системе понимаем, что мы берем какое-то судебное разбирательство, начинаем туда в это судебное разбирательство затаскивать третьих лиц, начинаем давать судье отвод, судья отказывается, все эти третьи лица начинают по кругу давать отвод, в итоге у нас начинается вот такая вот волна, и в реальности, да, такой вот гринмейл, такой корпоративный шантаж судьи тоже возможен. Мы не сделаем, да, будем, да, да. Мы не сделаем в идеале, но по крайней мере мы сделаем. Но может быть мы все-таки исключим возможность давления на судьи, ну в вашей системе ценностей. Если я как СМИ могу поднять волну и воздействовать на вас как на гражданина и говорить, что Иванов не ел эти наркотики, Иванов не ел эти наркотики, если судья примет решение, мы его, значит, снимем. Толпа людей и прочих городских сумасшедших, чьи общие веса превысят количество нормальных людей. Городские сумасшедшие отсекаются с помощью советов. Вся власть советом. А где там советы-то? А очень просто. Берется совет, выбирается от всего населения. И количество городских сумасшедших в совете оказывается небольшое. А дальше совет уже выбирает. То есть я не выбираю судью. Я должен входить в совет, чтобы совет... Это уже надо будет смотреть. Да, это схема. Совет, это уже, грубо говоря, начинаются многоступенчатые выборы, которые вот мы начинаем тут играться, то есть у нас появляется механизм, с одной стороны прямой, то есть это компромисс нужен, с одной стороны у нас механизм прямой демократии, где каждый голосует, имеет голос, имеет возможность его раскидать, а с другой стороны у нас есть механизм совета, который позволяет обрубать вот эти вот маргинальные, ну, нетрадиционные взгляды. Ну, ваша система мне очень нравится, только она в некоторых местах сложна для понимания и, в общем-то, сложно понять. А мы не задавали систему. Мы сейчас говорили о вызовах. Мы сейчас на самом деле, мы не говорили, как она будет. Мы прошлись по тем вызовам, которые есть, и объяснили, как их можно разбирать. Как их можно делать. Плюс мы не затронули, например, такой вопрос, как вырождение такой системы. Какие бы правила мы ни задавали, мы понимаем, что даже когда вот в свое время было в России введено, что офицерский чин получается лишь после практически полутора десятков лет службы, ну это чтобы сразу офицерами не назначалось. В итоге рождался ребенок в дворянской семье, тут же приписывался к конкретному полку, и в итоге все мы классику помним. Капитанская дочка. Когда он достигал взрослого возраста, он приходил уже офицером, имея выслугу, а до этого он находился якобы... Ну, как-то в командировке, там, на лечении, еще где-то. В общем, где-то вот дома он был. Понятное дело, что в эту систему будут пытаться вставлять вот такие вот вещи. Будут пытаться вставать, например, такую ситуацию, что чиновник, отработавший на государстве, имеет 5 голосов. Ну, будут. И будут рассказывать, объяснять, что это правильно, что это хорошо. То есть эти обязательно тренды будут. Как это делается? Мы не можем это убрать. Люди не меняются. Мы можем только замедлить эти процессы, очень сильно замедлить. Например, создали систему весов сначала, и любое ее изменение принимается только абсолютным большинством голосов. Ну, например, больше 80%, больше 90%. То есть некоторые вещи нужно будет консервировать. Это тоже опасность. Мы можем законсервировать то, что не надо консервировать. Но это система балансов. И это временное решение. Каждое поколение, каждые полтора поколения систему нужно будет перетряхивать. По-другому не получится. Или скрытые основания, о которых мы довольно часто говорили. По-другому никак. Скажите, Андрей, как вы вообще относитесь к тому, к тем мыслям, которые вот так недавно вбрасывались в информационное пространство, о том, чтобы ограничить право голосования для молодежи? Ну, с точки зрения, если мы живем до сих пор в системе «один человек, один голос»,
и не меняем ее на уровне концепции, это не есть хорошо. Мы закладываем основу для того, чтобы делить людей, причем делить людей по каким-то текущим интересам, а не с точки зрения концепции. Если мы меняем концепцию, вводя новое понимание, новую аксиоматику, что у нас изначально, короче, 0 голосов, и он должен что-то сделать уже в жизни, чтобы начать быть, избирать, получить право голоса, стать гражданином полноценным. Это одно. А если мы будем говорить, что мы начинаем ущемлять тех, кто есть, в той системе, во многом либеральной, ценностной, которая у нас есть, это плохо, это будет уничтожать общество. Или мы меняем фундамент, основу самой выборной системы, или мы вынуждены в ней пока жить так, как есть, приспособленные к ней, и только потом уже, когда будем менять, тогда уже и делать. Ну, то есть, имеет ли смысл в вашей системе вводить ограничения голосования по возрасту, допустим, до 5 лет, свыше 5 лет, свыше 15 лет, может, 25 лет? Или, вы собираетесь 5-летним давать право голоса? А почему бы и нет? Отличная же мысль. Объясню, почему, потому что это ответственность. Ну, как это нет ответственности? Если ребенок достигает определенных... До тех пор, пока человек не может отвечать за себя и за других, о какой ответственности за будущее мы можем говорить? Ну, если люди не готовы отвечать не только за других, даже за себя, откуда у них права тогда должны быть? Как они могут влиять на то, чтобы для будущего других определять? Угу. Четкое должно быть понимание. Права и обязанности – это вещи связанные, они могут разделяться. Со скольки лет можно будет голосовать в вашей системе? Ну, как вариант. Я предлагаю разговор вести не о возрасте, а о неких событиях в жизни. Вот. Которые будут, вот, грубо, есть совершеннолетие, а дальше ты определяешь сам. Так ты если можешь я... что-то начать делать, ты можешь всю жизнь ничего не сделать, чтобы получить право голоса. Так если я в 10 лет уже чемпион мира и Олимпийских игр по фигурному катанию, и что? А как это влияет на... Так я уже добился, я уже понимаю, в спорте побольше, чем большинство из нас. Ой, сомневаюсь. А почему вы так решили? То есть, ну, почему так, вы решили... Хорошо, 15-летний спортсмен. Который, даже не 15-летний спортсмен, который всю свою жизнь по 3 тренировки в день, ничего не читая, дефицит социального общения. Ну, посмотрите на наших спортсменов, что они несут. Это нормально. Это понятно. Вместо чтения книг, вместо образования они бегают. А как, о чем они могут говорить? Вот человек, который прошел спорт, который потренировал, который закончил институт, разобравшись, как это все тренируется, что можно кушать, что нельзя, как тренироваться, как нельзя тренироваться. Вот он понимает, что такое спорт. Он субъект в рамках спорта. А тот спортсмен, который достигает в детстве, в 15 лет чемпионом мира становится, он объект. Его вели, его делали. Да, у него сформировалась воля. Без воли он бы остановился, где-нибудь бы там упал бы. Но он не готов принимать решения. Посмотрите, что так происходит. Так вот, с каких годов человек готов принимать решение? Если он в 40 лет еще, ну вот. Ну так, а почему мы тогда запрещаем? С каких годов мы начинаем считать? Хорошо, как это значит индивидуально? Существует нижний порог. При возрасте наших бабушек, дедушек, в 14 лет, после 8 летки уже шли работать. Так, и вообще часть. С 12 лет раньше замуж выдавали, и ничего. Ну, это биология уже. Ну, как? Но с 14 лет шли работать, уже уезжали из семьи, и как бы это было нормой. Когда наши родители... 16 лет в институт поехать в другой город или пойти, соответственно, на работу, это было нормально уже. Сейчас дети до 25 лет, а то и до 30, живут с родителями, сидят на шее у родителей. Но мы удлиняем процесс правильно, взросления, но для того, чтобы въехать, детей, да? Научить ребенка пользоваться этим миром. Поэтому... Каким? Ну, вот этим современным. Каким миром? Ну, да а, ладно, почему сейчас? То есть, по этой логике получается, что сейчас дети в 25 лет намного лучше знают и понимают мир и умеют им пользоваться, чем наши бабушки и дедушки в 16? Ой, не соглашусь. Так я и спрашиваю, со скольких лет мы будем считать? С исполнения конкретных фактов. Отслужил, например, в армии, отсечка пошла. Что-то ну, сделал есть... серьезно, отсечка пошла. Без привязки к биологическому возрасту, к событиям. То есть, значит, чемпион мира по фигурному катанию в 10 лет никакой отсечки, отслужил в армии, есть отсечка. Условно, для общества. Так условно, подождите. Да, вот эти очень важные условности. Нет, для 10 лет расстановка событий, стать чемпионом
в детстве, это больше вопрос к родителям, которые смогли довели, чем конкретно. А то есть в армию отправить, так, если мы детство оттягиваем? Не отправили, условно. Так... Если, например, есть призыв в армию, он полудобровольный, человек пошел, отслужил, отдал родине долг свой. Какой долг? Кто ей должен? Что значит, кто ей должен? Внимание, вопрос. А защищать кто должен? То есть в 10 будет... лет я чемпион мира и чемпион Олимпийских игр, меня сделали родители, а в 18 лет я пошел какой-то долг отдать? Это неправильная позиция, лет, я считаю. Давайте все-таки решим, дадим отсечку. Нет, в 10 лет считает. Человек еще биологически, с точки зрения разума, не созрел. Созревание происходит позже. Так, может быть, дать право? Нет. Голова созревает, мозг созревает. Есть четкий возраст, когда созревает мозг, вот когда он перестает когда? Развиваться. У девочек в районе 16, у мальчиков, по-моему, лет до 20. Растет мозг, меняется. Я понимаю. Но по сознанию, по гражданскому вопросам, вот минимальный возраст, когда человек принимает на себя ответственность и несет ее, должны понятные есть. Минимальные они есть, они понятны, они в зависимости от поколения меняются. Есть вопросы ранней эмансипации. Да. Но это каждый раз отдельный случай. Он не общий. Он должен иметь такое вот обоснование, перечень пунктов, почему это произошло. Да, есть дети, которые, например, из-за тяжелых обстоятельств становятся взрослыми очень рано, ответственность себя нужно брать. Таких очень немного, это каждый раз эксцесс, который вопрос возникает не почему это произошло, то есть с этим надо разбираться, это нонсенс, это не норма. Если мы говорим о том, что ребенок получает некие права, раннюю эмансипацию, тогда, когда он должен еще быть ребенок, это значит, мы где-то что-то недоработали в этом обществе. Я бы все равно поспорил. Mm-hmm. Опять же, вопрос оттягивания взросления, это вопрос сегодняшнего, нынешней конъюнктуры, то есть сиюминутной, конъюнктуры. И, соответственно, если в средние века мальчика, там, грубо говоря, папе отдавали в 5 лет, в кавычках, ему уже интересно было, он же различал папу-маму, он видел, что происходит, он шел там вместе с папой, смотрел, как папа сражается, учился сражаться, естественно, к 14 годам, к началу того же самого царствования Александра Македонского, он уже становился большим специалистом, по крайней мере, понимал, с какой стороны меч держится. А потом уже к 33 годам захватил всю известную Айкумен. Да? В этом возрасте дедушками становились. Уже дедушками становились, да. Я имею в виду, что вот началось. А здесь мы просто в зависимости от конъюнктуры текущей говорим о том, что нет, знаете, и вот текущий. 14 лет тут у нас этот, я же говорю, вот в 5 лет события пошел, так может имеет право. Расставляем четкие события, нас не интересует возраст. Но мы же сейчас... Добрая доля... людей, мы не забываем, что нас ждет шестой технологический уклад, где 90% населения будут сидеть без работы и не имея возможности. Вот. А поясните, пожалуйста, для тех зрителей, которые не знакомы с вашими геостратегическими построениями, да. Расскажите, пожалуйста, что такое шестой технологический уклад, потому что мы в рамках другого марафона. В районе где-то 35-40 года первые его элементы, к 40-му году он становится уже доминирующим. Чем он отличается? Технологии будут следующие. У нас будет роботизация, не конвейер без человека, а ситуация, когда у нас мелкосерийные партии продукции по качеству будут такие же, как крупносерийные. То есть быстрое перестраивание производства, выпуск. Аддитивные технологии, 3D-печать, всего ширпотреба. То есть не нужно его таскать через всю страну, достаточно сырье привезти. И замкнутый ядерный цикл. То есть у нас плюс малоядерные установки, вот то, что у нас сейчас ядерным называется отходами и складируется, это будет на переработку топлива и по новой. И небольшие ядерные установки, на 100 тысяч, где-то город в 100 тысяч человек будет, соответственно, полностью отапливаться этим вот установкой. То есть карманную установку у меня дома с медведь-балайкой, это реальность. Абсолютно, да, другой уровень развития будет, другой подход будет и к градостроению, и к уровню жизни. Угу. И мы будем получать, что до 90% населения будут не нужны как производители, но нужны как потребители. И вот тут возникает вопрос. Если мы даем всем голос, у нас получается хлеба и зрелищ. И поэтому вот вопрос, что человек должен сделать, чтобы стать полноценным, полноправным гражданином с правом голоса, не в том смысле, чтобы его кормили, в том смысле, чтобы он не сидел на пятой точке, не играл в компьютерные игры и ничего более не делал. Он становится актуальным.
Поэтому то, что мы говорим сейчас, мы говорим на будущее. То есть вы хотите сказать, что в этой новой избирательной системе, о которой вы говорите, допустим, которую возможно начать запускать лет через 10 и обкатывать, понятие гражданин с правом голоса, это как в фильме «Звездный десант», когда он пошел служить, когда у него спросили, а для чего? Я хочу быть гражданином, он сказал, то есть человеком, имеющим право выбирать. То есть не гражданин получал меньше благ от этого общества, допустим, возможно, бесплатную квартиру, возможно, чего-то еще. А гражданин, он получал и право голоса, и право управлять ситуацией, и право защищать, и гражданин лично был ответственный за те действия, которые приводили к развитию или деградации его страны. Есть равенство, но равенство от рождения, равенство возможности получить. Не равенство текущих прав, а равенство возможности получить эти права. А дальше, захочешь ты их получать или нет, это твое дело, но за выбор ты отвечаешь сам. Очень интересная стратегия. Мне нравится, кстати, если поставить... Мотивировать, да, пинать. Мотивировать. Если мы не будем вот эти вот людей, которые... Ну, понимаете, вы родились, вы выучились, вы окончили школу, пошли еще чему-то поучились. И вы понимаете, что вы никогда в жизни, ну не являетесь вы 7-5 лбу, нет у вас такой вот творческой составляющей, что вашу работу, которую вы можете исполнять, нельзя алгоритмизировать и передать роботу. Ну, роботизированную. Ну, имеется в виду, не который вот ходит за вас, похож на человека. Нет, имеется в виду, роботизировать ее, автоматизировать нельзя эту работу. И становится вопрос, и что вам делать? И к чему вам стремиться? И вот вы вот встали, а люди без цели, посмотрите на... Успеваются, да, в России старики, мужики, выходя на пенсию, очень быстро уходят. Цели нет? Цели нет в жизни, все. Они работали в России, у нас четко всегда, смерть почетна на поле боя, смерть почетна на рабочем месте. Да. Это всегда было почетно умереть, вот так вот. А умереть в своей постели, ну... Женщины находят смысл дальше жить. Они, у них семья, внуки, дети, да, что-то вот делать. Мужикам тяжелее. И именно поэтому очень часто мужики быстро уходят, как только выходят на пенсию. Да, потому что у женщины быт – это одно из основных обязанностей. А в Европе, например, такого нет. Да, теряя работу, уходя с работы на пенсию, они переключаются на быт, поскольку это часть обязанностей. А для мужчины быт в меньшей степени обязанность, а для них работа, напротив, на заводе, где-нибудь еще. И уходя с этой работы, они дома-то себя не находят быстро. Да, и здесь получается, вы хотите сказать, что примерно та же самая схема нас ждет в 6-м технологическом укладе, когда человек не будет задействован напрямую, у него не будет целей. И государство, если хочет сохранить себя в виде государства как общественного института, должно научить людей самостоятельно искать себе цели, ну или приключения на пятую точку. И тоже голосование верно. Это один из факторов поиска самореализации человека. Ну, чтобы голосовать, я должен. То есть это как бы этот. Мысль, кстати, глубокая, интересная, мне вот нравится. Я не скажу, что мне нравится такое будущее, поскольку это еще надо осмыслить и пережить, но мысль, нравится, что право голосовать ты имеешь, как, по-моему, у эсеров было в борьбе, обретешь ты право свое. Но ведь это же так? Абсолютно. Замечательно. Андрей, а вот давайте тогда немножечко поговорим о... Вот мысль у меня. У нас время-то есть еще? Да, мы с вами разговариваем. Сейчас нам еще гости зайдут, и тогда мы сменим тему. У нас еще 10 минут с вами, а дальше мы эфир продолжим уже с другими гостями. Хорошо, значит, вот человек в 6-м технологическом укладе не может себя найти. Общество ему помогает? Как он должен себя найти? Как общество должно поддерживать и вытягивать этих людей? Один из самых сложных вопросов, один из самых сложных выводов. Поэтому я говорю, что трансиндустриальная революция, переход в 6-й технологический уклад, намного более тяжелая и сложная будет задача, чем вот текущий экономический кризис. То есть текущий экономический кризис, который предполагается лет на 5, да, и там на самом деле... Там он намного будет проще для прохождения, чем вот то, что нас ждет в районе 40-го, при приближении к 40-му году. Переход в 6-й технический уклад, он будет очень страшен. Потому что окажется, что у людей банально нет смысла жизни. А жить как вот современные неоварвары, которые живут на соцпособии в городах Европы, Америки,
Ну, для русских это неприемлемый вариант. Мы видим, как у нас, еще раз, у нас так уходят мужики. На Западе они не уходят, они замечательно себя чувствуют. Посмотрите, какого разница в возрасте между средней продолжительностью жизни у мужчин и женщин. Я как-то взял вот эту вот статистику по-моему, то ли 16-го, то ли 17-го года и просто проранжировал по разнице. В первой десятке оказалось 9 стран бывшего постсоветского пространства с нашим русским культурным кодом. Там лет, начиная от 9 с чем-то, по-моему, лет, вот так вот оно вот падало. Плюс какая-то островная страна, то ли Мальдивы, то ли еще что такое, я не знаю, что у них там происходит. Но вот так вот. Или, ну, по-моему, да, там, по-моему, было 8 бывших союзных республик и одна еще страна из Восточной Европы, но не уверен, надо смотреть. Ну вот так вот. А все остальные все хорошо было. И на А с чем алкоголизм, связано? это не поставишь, потому что там и среднеазиатские республики тоже, А где с чем алкоголизма такого связано? нет. Смерть почетна на поле боя или у рабочего станка. У Нет, жизни я... должна быть смысл. У мужиков у жизни должен быть смысл. Нет смысла в жизни. За бугром-то с чем связано? А там этого нету, а там нормально все. Жизни вот именно на безусловный доход, значит, их устраивает. То есть получаем Они вот этот... нормально ездят, да, вот это вот радостные наши, как говорят, здорово, европейские пенсионеры ездят по всему миру на пенсию. А наши почему так не ездят? Да наши, даже если бы им давали деньги, добрая часть мужиков не доезжала бы. Они тут выезжают на рыбалку, на дачу, на охоту, энное количество алкоголя и все. И не спешат никуда, им не интересно, им это не особо надо. Количество мужчин у нас, готовых активно жить при выходе на пенсию, очень небольшое. Ну, у нас же изменится к 40-му, 35-му, 40-му А году. русский изменится к этому времени? Ну, я думаю, да, изменится Да ладно, система. культурные коды То есть вы намного думаете, более вот этот глубоки. культурный код, который сейчас Да. мне и вам понятен, будет понятен нашим детям и внукам? Да. Он очень Умереть на глубокий, поле боя. Ну, плюс сейчас мы это сейчас держим, мы это все равно. Да, у текущих детей, оболваненных современной культурой, изменения пошли, но не настолько. Ну, прям вот я думаю, что это тема Это для будет отдельного очень серьезная разговора, да. проблема, чтобы мы, соответственно, остались теми, кто мы есть. Имеется в виду мы не в том смысле, что вот мы вот, которые вот сейчас вот сидим здесь, а наши дети, внуки и так далее, мы должны будем решить вопрос. А что нам делать, когда работы особо не будет? Где находить смысл существования? Андрей Юрьевич, я думаю, давайте мы сегодня с вами вот в 9 часов, когда закончим, начнем с вами эфир, поговорим действительно о смысле жизни после во время шестого технологического уклада. Нам с вами будет лет по 60 Ой, тому времени. не готов, честно сказать, о смыслах жизни говорить. Это очень-очень непросто. У нас была передача, где обсуждали как раз, как это будет выглядеть. Где их искать, какие варианты? Ну ладно, сейчас подумаем. Подумаем, Подумаем, но подумаем. это прям в принципе вещь-то о смыслах вот в каждом технологическом укладе. Ну, я думаю, что мы отдельно с вами тогда, может, не в этот раз, следующий, не в другой раз подготовимся и отдельно переговорим, потому что ведь действительно людям нужно понимать, мы кризис-то любого боимся, как Там будет граждане. страшно, нет. А Про шестой, про шестой уклад здесь я говорю. уже просто меняются смыслы жизни. Спасибо большое, Андрей. С нами был Андрей Юрьевич Школьников, геостратег, который рассказал очень интересную систему голосования будущего. Который, скажем так, поднял вопросы, Поднял которые нужно вопрос. пересматривать при определении системы голосования. Спасибо большое. Мы продолжаем с вами наше общение, наш марафон. Сейчас к нам присоединится общественный деятель Марианин.